Так. Я думаю, что он там все закрывает, закрывает, закрывает. Закрывает, закрывает, закрывает. Так. Захват окна. Чему ты не происходишь? Странно. Игра есть. Игра включена, но... ОБС почему-то ее не видит. А, вон, видела. Ладно, пойду РС доходить. Всего ничего контент осталось. А, тут сигнал есть. О, тоже еще не прошел. Второй мир пока что снежный. Да у меня там ОБС все отключала, отключала что-то, отключала, 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 отключала что-то. В конечном итоге отключилась. Ой, ой. В смысле, да, всех? Ты чё там на трассе? Ой-ой-ой, давайте его ослабим. Сила у них, вот теперь можно с тобой так. Да в смысле 40? Ты, по-моему, слабее не стал. По-моему, ему в туловище надо быть. У него там одна полосочка. Но он меня, по-моему, быстрее убьет. Ой-ой-ой, он меня так убьет. Спасибо, помогите. Нет, 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 пожалуйста, нет. Мое сохранение, когда оно было последний раз, я не помню. О, стрим вернулся. Тридцать минут? Вот это, видимо. О, Тоха уже радостный. Во всю радуется. Блин, это давно. Это я уже успела убить или еще не успела убить? Вещи, маги не вижу. Понятно. Это очень давно. То есть я ничего не пропустил за последнюю минуту. Но с учетом, что умерла, то да. Возьми наконец геймпад, он мне не поможет. Ой, больно. Ой.
Ну, давай, хватайся. Ай! Блин. Я вообще ожидал, что игра ее пройдет за час. Ну вот что с ней делать? Он их советов она не слушает. Ну пусть страдает. Ой. Блин, кому-то враг. Ой. Да в смысле, твой сумрак. Ой, сейчас убьет. Так. Вроде не убил. Ладно, тогда похилимся. Так. Так. Давай еще раз. Успела. Ничего с них не падает. Парадоксы, конечно, намутили. На какой черт они золотые оружие полезли, непонятно. А то, думал, голову бы откусил. Дверь была открыта. Да, что ты делаешь? Некоторые переводы хоть стой, хоть падай, некоторые нормально были. Этот перевод терпимый, но взамен здесь перекошена данность оружия. Это там мне легче играется. Но я относительно стараюсь этим не пользоваться, но все равно. Против Минотавра ой, как помогает. А, то меч бил, подавился, как арбалет. Ой, я случайно сломала. Так, надо выйти. Так, нет, давай, вот. Блин, не понимаю. Давай развернемся. Да, скажем, сильно развернемся. Ой, не та цель! Возле меня же это. А, вот он. Понятно, ломаем ящики. Почему бы нет? Ах, ты ж маленькая. Блин, она ящик сломала. Ладно.
прыгаем тогда назад. Уклоняться здесь довольно просто. У меня нет этих кнопок. Я уже проверила управление. Единственное, мне ничего не нравится, у меня ноутбук сейчас перекрывается. Давайте я этот охладитель включу. Маша меня из-за этого, кстати, вырубился. Дави лолей. Да в смысле дави? Да что? Вали? Лоля. Ой, это я случайно. Ой, не туда. У меня от этого дерева какой-то дежавю. Какая все-таки шикарная игра. Что она, что тактика, что двенашка. Особенно визуальный стиль очень нравится. Эй, ну почему ты залез? Мне нужно забрать. Вот. Вот, молодец. Молодец. Давай, кидай. Так. Ну, Final Fantasy 12 Tactics мимо меня прошли. Второй плейк у меня не было. Но в стиме это дело не копишь сейчас простым путем. Ну да, финалки сейчас в стиме не копишь. Для России заблокировано. Ну да, не пускайся. Я так знаю, что ты сильный, и я буду тебя с расстояния бить по максимуму. По максимуму. Ой, достал, лучше. Зачем тебе рука? Тебе не нужна рука. К нему я точно подходить не буду. Сколько вы не просили. Эх, вот бы с него рука свет падала. КП плюс 3. Ой, не так. Не то нажала. Да ё-моё. Да что ж я все не то не нажимаю. Так, прыгай. Вот.
Ай. Джей. Дать все. Так, автомобиль. Так. А, я по нему промазала в прошлый раз. Ой. Повреждение статуса или один. Все равно промазала. Очень странно. Не шевелится так? Вроде так не шевелится такая-то. Ну, по крайней мере, я пробовала его бить, он что-то не бьется. Блин. Бля. Это крит или это обычный урон? Не знаю. Рекомендую 12, тем более она сейчас на всем доступна. У меня она и на PS2, и на PS4, на Switch куплена. Ничего себе. Так, 12 я, по-моему, финалку не брала. Вы же про нее говорите? Final Fantasy? У меня не вагон денег, а вдруг. Дальше будет. Так. Не-не-не. Пятьдесят минут. Стой. Так как? Ай, хорошо, что он слабенько бьет. Топ, если волки нападали, я думаю,
Было бы очень бобо. Потому что они все время наверх запрыгивают и в голову кусают. Ай-яй-яй. Ну, хоть с кого-нибудь из них выпадет, чем-то интересно. Ни с кого из них ничего интересного не падает. Так, кстати, а где был сундук, который это, хороший? Сохранялка. Короче, где сундук с сохранялкой? Мана корень. Ай. Так, что-то я давно не делала. А, не вспомнила. Так, не та магия. Да я не хотела волшебник. Вот это. Короче, мне быстрее вот. Ой. Не-не-не-не-не. Блин, опять ловушка стала. Где на... Ой. Слышь, волчонок, слышишь? Смотрите, какой умный волчонок. Летающими платформами хорошо пользуется. Где-то тут сохранил кого, да? Ура, я могу сохраниться. Так, ладно, давайте посмотрим, что у меня из вещей есть. Что из этих вещей надо положить? А, еще магию положить. Ой, не то. И наоборот, что надо положить.
Так, кто у нас шман? Просто на ночь, да? Так, что там из вещей? Экипировка. Почему мне до сих пор щит не напялил? А чё красное на карте отображается? Это я? Сам спрыгнул. Ну ладно. Странно. Ну что, видишь, тут проход. А, самое начало, правильно? Почти. Здесь раньше мобов не было. Ой, не того ударил. Все, отсюда я пришла. Который не знает, что слишком много будет у нас сейчас. Сюда можно пойти, но можно привести. На второй, то третий, четвертый, десятый, четвертый, четвертый. Ой, случайно брала. Oh.
Эшли восстановил умение меч разрушать его, разрывной ветер. Так, не понимаю, куда, где этот меч разрушатель? Развить искусство, искусство. 85 ПТ. Разрывающий ветер. Нет близких целей. Так, что ты забыл? А? Ой, нет, 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 стой, 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 дай я тебя ослаблю. Ты можешь со мной играть. Женщина этого. Взяла, отхамила бедного мертвяка, а потом еще и зарезала, и цапу поджала. Вот так, кажется, совершенствую навыки матершин. Давайте попробуем, что у меня там щитом. Отлик. Типа назначить клавиши? Назад не нажимать. Нет, пожалуйста, еще там где-то не хочу встать. Так, это мы опять идем к тому громадному, да? Так. Thank you.
Наверху есть один ящик и... А, не дает мне пропустить. Заставка. Разрывающий ветер. Ой, мимо. Упс. Да в смысле. Заклинание чистое сердце. Отхилился на 20 хп. Слышь? А чё ты такой наглый? Нет, я не хочу с тобой драться. Тихо-тихо-тихо, ты меня чуть не умер. Так, шаман. Лечение, восстановить. Ты еще и запрыгиваешь. Нет, мне больно. Вещи. Восстанавливает все зелье и странно восстанавливаешь все. Давайте выпьем зелье. А то я опять умру. Он слишком больно бьет. Только виртуальность отвлекся, поэтому что не то, что не лицевое барьера, скажем, то что я не скажу, так как разумеется. Эликсир королев, эликсир солдат, ронявших Ле Монде в древние времена, дает немного очков КОУ. Эликсир магов дает немного очков КОЭМ. Гримуар Люкс. Гримуар содержит заклинание Яркий Дух. Вызывает Духа Света атаковать врагов. О! Так, а тут что? Ржавый гвоздь. Какое-то бравое сердце, это камушек. Так, давайте я похилюсь, а то опять меня прибьют. Там 60 хп похилил. Так, тут больше ничего нет, да?
стороной. Кстати, а откуда я пришла? Вот отсюда? Вроде отсюда. Так, погодите. Могу ли я изучить сразу заклинание призыва? Гримор, люкс. А, наверное, не могу, потому что вон надо атаковать врагов. А здесь цели нет. Эликсир храняет... Так, давайте лупу. А лупа 8. Ау, вверх. Это навсегда же или это временно? Надеюсь, что это было навсегда. А то я их выпущу. Так, вещи. Признак аппетита. Так, ладно, пошли, что там дальше. Что-то какой-то странный. Ловушка, панель лечения. Это такая ловушка? Отличная ловушка. Так, это сохранилка у нас. Так, что-то я хотела оставить. А как оставить здесь предмет? Запас. Так, ладно, давайте вначале напилим все самое лучшее. А РР это что такое? Ловкость минус 7. Дальность 3, 1, 110, 102. Тогда я так оставлю. Нифига ж себе, Лоля, до катакомбы добралась еще. Какие еще катакомбы? Вау, тут какая-то собака. Не такая, как обычная. Доберманчик, что ли? Ой, ладно. Сейчас на вас слушаю. Ой, погодите, я же хотела заклинание получить. Вещи. Использовать. Ледяной дух.
Ой, у меня первый раз так мало мана. Так, тут что-нибудь можно взять? Что, нет, ничего? Ну ладно. Так. Так, я опять забыла, какая из них. G или K? К, может? Ой, в кого я волну духа отправила? Упс, это что было? Я типа подняла себе этого союзника. Так что? А чё он не бьет? Встал и бегает со мной. Ай, да за что? Так, нет, нет, я хочу похилиться. Магия, шаман, тень. Угу, 71 похилил. Чего там за слез? Так, стой, нет, нет, нет. Магия. Колдун. А, маны нет. Кислотная грязь. Ой. Ой, его, видимо, надо магию бить. Волшебник. Нет у меня маны столько, чтобы с тобой драться. Магия. Так, а зачем здесь коробки? Ну-ка, смотрим место. Так, сюда ничего нет. Может, наоборот, потом? Вон там что-то светится. А ты можешь прыгать с коробкой? Не можешь.
нам не нужна ты. А, вон тут нужен. На. На. Давай, какой-то камень будет. А, типа, без еще одного не могу так сделать, что ли? Вон, попробуем. Розовая белка, крестовый хранитель, кераса, длинные ботинки, Иаков, мана, корень и лекарство. Нужно собрать все. Так, ладно, давайте смотреть, что у нас дороже. Ловкость 95, дальность 30. И риск 1, атака, сила 111, атака, ум 102. Щит, щит не самый лучший, да? Перчатка. Лучше. Бандана нету. Кираса какая-то выпала. А, защита 107. 14. Конечно, но лучше. Бандана. Длинные ботинки. Ну-ка. 102, 101. Защита сила. Защита ум. Ладно, сандалии оставлю. Ожерелья нет нового. Увеличить шансы немагической атаки на 20%. Должен быть на оружие. Лазурит с молитвами святого Иакова слегка увеличивает силу против мертвецов. Это как раз сейчас было бы неплохо кто-нибудь вставить этот камень. Так, кто помнит, в каком месте было это? Вставить камни. Я не помню. Я помню, что я где-то видела. Свойство. Данные. Карта катакомба. Страданием готово? В смысле, каким страданием? Да что? Что ты там опять дома? Что-то как-то слабо бьет. Может, мне, конечно, показалось? Кто-то костями гремит. Дубинка слабо бьет.
А вроде была небольшая разница с оружием. Здание Крайслер, это вам не хохры-мухры. Что в смысле? Может, ты там что-нибудь другое придумаешь? Я не хочу 3 часа мучиться в здании. Блин, зря я оружие поменяла. Мне не нравится это оружие. Режущая, по-моему, была круче. Хотя вот это, возможно, их оглушает. Хотя я не уверена. Пока я не заметила. Нужно у меня эффект. О, котик проснулся. Стой. Что-то ленточная кольчуга. Ну-ка. Что-то вещи начали падать. Защита. Защита. Что-то как-то. Вроде 110-110, но ловкость минус. Не хочу. Так, вот это мой же сохранёк. Где мой сохранёк? Дверь заржавелая, не сдвигается. Нужно землетрясение, чтобы открыть это. У меня заклинание землетрясения, как я понимаю, нет. Так, отсюда я пришла, да? Вот сюда надо. Или наоборот. Я не понимаю. Я забыла, откуда я пришла? Так, здесь я вроде не была, не помню, какое место. Ой, да, оружие-то не поменяла. На что мне минута? Заржавела не дается. У меня минута, чтобы победить или что? Ой-ой-ой. Ему, по-моему, все равно, что я его ударила. Нет. Ну все, игра окончена. Продолжение, видимо, не сегодня. Сколько там уже времени? 23:42, а то у меня этот ноутбук что-то перегрелся. Вроде игра не требуется, но у меня слишком горячий ноутбук, даже охладительная система не помогает. Даже вентилятор не помогает. Минус лоля. Так.
Подкинул хороший, подтверждаю. Я, кстати, в свое время стену Ивы так и не проходила, тупо прохода к ней не заметила. Даже такое бывает. Ну, еще и животик крутить надо. Что-нибудь похомячить. Так, что у вас? Сколько? Куда-нибудь вас отправить? Что-нибудь посмотреть хотите? Ну, у вас уже тут мало осталось. Пойдемте к Вэй зайдем. То у него там один человек сидит. Ему, наверное, скучно. Я имею в виду, на троне у него один человек сидит. В других-то местах у него это на Твиче нормально. Только я не помню, правда, как рейд кидать. Сейчас вспомню. Рейд собак. Собак. Вот, собаку написала. И, блин, у меня Ctrl-V не работает. Ладно. Клей. Тогда попробуем так. Че, отправляйтесь? О, отлично. Вас захватило. Так, а Twitch. На Twitch вроде люди сидят, но их, как всегда, не отображает. Twitch у меня очень плохо с этим. Поздоровайтесь там от меня, а то я не слышу КВ. Так, ребят, спасибо большое, что сегодня посидели со мной. И давайте уж. Всем пока-пока. Я вас попробую, конечно, закинуть, но не обещаю. Если подождете немножко, то закину. Чтоб вы тут не скучали. Мало ли вам некого смотреть. Вы всегда можете найти. Кого посмотреть. Так. Так, наверное, к Вэю не стоит двух человек отправлять, а то мне опять скажут какие-то странные рейды. Но сейчас посмотрим, сколько вас будет, если совсем мало, то это... То отменю. Давайте посмотрим. У меня не появляется пока рейд. А я еще не сделала. Два зрителя, понятно. Из твоих двое согласились. Кто там отменил? Признавайтесь. Ладно, давайте вам там приятного просмотра.